Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок была вынуждена полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломок правительственного самолета. До этого глава МИД дважды пыталась улететь в Австралию из столицы Объединенных Арабских Эмиратов города Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна. «Мы перепробовали все. К сожалению, с точки зрения логистики невозможно продолжить мое путешествие по Индо-Тихоокеанскому региону с неисправным самолетом. Это более чем раздражает», – написала Бербок на своей странице в соцсети X, ранее Twitter. «В Индо-Тихоокеанском регионе у нас есть не только близкие друзья и партнеры. Этот регион станет решающим фактором в формировании мирового порядка 21 века», – отметила министр. Ранее агентство ДПА передавало, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии. Но уже спустя 3 минуты экипаж заметил неполадку. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил больше разрешенного при посадке.